Мен дөткөсө исин кийишнер, мен дөт мана күнтө барунахын, өндүрдүн мана баруна азырда күчтө кедиги нар бол жана. Идак жили болгон мадын барунахын эгер нарын кенебедин. Өскүдүр мана зун жили барунаш колду болуп, өндүр Первайын өндүр праздникага дендегат мендир гем шалтыга соар. Не негин сен сахын баатка кегат. Соар ишке керен тебет, бөргүн худу кидет. İşka geri tebüdün. Haran kudu gidi işka geri tebüdün. Dağına kudu gidi işka geri bana. Köken kudu gidi işka. Sen sakın soğar. Niye gün? Horunda bayatka gel. Halim gut soğar. Sen sakın barita. Sen sakın. Ner nadan kece jili olgun. Sen sakın bakın. Oğlum bu tur şatak iş bir yöre jenev. Сегодня у нас в селе Вахт Сохра Барунады икі нер бөлжені. В этом году наша школа отмечала столетие со дня образования школы. Но раз школа существовала, значит и село живо. Поэтому мы решили сегодня сделать такой праздник. Собрали всех гостей, всех, которые уроженцев поселка Барун, которые проживали когда-то, все приехали. В нашем поселке вообще раньше, после Сибири, когда образовался наш поселок, совхоз Барун, у нас было 5 ферм. Древние названия у нас есть. Бюрган худык, Харан худык, Борусын, Дагна худык. Мы пригласили все эти фермы наши, которые когда-то существовали, и они до сих пор и живы, кроме первой фермы. Они живут, до сих пор сохранили все свои старые традиции, и поэтому мы хотим, нашей целью нашего праздника было сохранение наших традиций, древних традиций, чтобы наша молодежь знала, на какой земле живет, где выросли, как вообще историю нашего села. Для этого мы образовали такой праздник. Он у нас вообще проходит ежегодно, но в этом году у нас получился масштабный праздник. Я благодарю всех, кто участвовал в нашем празднике, кто отозвался, ансамбль «Хадрис». И хочу сказать, что проведению праздника, конечно, у нас каждый год помогает. Самое главное, у нас совхоза нету. Единственное, у нас сельское муниципальное образование. И все праздники у нас проводятся за счет фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. И просто неравнодушные люди села, которые болеют о жизни села. Все-все, кто чем мог, помог. И благодаря им у нас сегодня вот такой красивый праздник получился. Мен дэд кинтта мана барунахым. Сугар амтын мана эндер сыгларат, нәрке жана. Сегодня день такой, что вот все земляки барунцы собрались со всех концов. Кто за границей приехал, кто с Москвы, кто с Питера, со всех городов, с Элисты приехали, собрались. Разделить с нами праздник. Вообще этот праздник мы каждый год проводим. Барунцы, испокон так было, что 1 мая собираются все земляки, и мы гуляем. Подводим итоги прошедшего. Подводим итоги года. Всех своих ветеранов чествуем, стариков. И вот сегодня, в этот день, мы собрались. Юбилей вчера был школы 100 лет. Все приехали, всем спасибо за помощь в организации праздника, за то, что приехали, уважили земляков. Хочу выразить благодарность главе СМО Артаю Передоржиевичу, который каждый год организовывает эти праздники. Всем фермерам, спонсорам, которые сбросились, поддержали финансово, чтобы сделать такой хороший праздник для земляков своих. Погода нас сегодня не подвела, очень даже прекрасная погода. Также хочу выразить благодарность всем спонсорам, Намсыр Викторовичу лично, Манжиеву, который приехал на наш праздник вчера, на юбилей, преподнес подарок школе. Также он преподнес подарок нашей молодежи в строительстве спортивного клуба. Подарил маты детям нашим. Так что вот спасибо. Приезжал министр образования, приезжал глава администрации района. Ну, было очень много гостей. Хочу всем сказать спасибо за помощь, за то, что приехали просто с нами разделить праздник. Поэтому вот поздравляю всех с 1 мая. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия. Здравствуйте. Я глава администрации Барунского сельского муниципального образования. Артаев Передоржиевич. Сегодня у нас проходит праздник, традиционный праздник весны 2 мая 2019 года. У нас сегодня
поставили 4 кибитки. Центральная кибитка – это наше поселение, и 3 кибитки – это наши бывшие 3 фермы, которые существовали при Советском Союзе. Сейчас их нет. Сегодня все представители этих ферм, которые проживают на центральной усадьбе, приняли участие в нашем празднике. Хотел бы поблагодарить всех жителей за оказанную помощь, поблагодарить наших сегодняшних операторов, которые запечатлели наш праздник, и это мероприятие останется у нас не только в нашей памяти, но и останется зафиксировано на кинопленку. Поэтому я очень рад этому. Ну, спасибо.